И у нас в студии сегодня очень интересная гостья. Ну, во-первых, скажу, как ее зовут, уже интересно становится. Нилюфер Юксель. Это студентка факультета восточной филологии КФУ и, между прочим, победительница Международной олимпиады по восточным языкам в номинации «Турецкий язык». Во-первых, здравствуйте, Нилюфер, поздравляем вас с победой. Здравствуйте, спасибо. Скажите, пожалуйста, что это было за состязание? Эту олимпиаду проводил Башкирский государственный университет. Она была дистанционной. Мы подавали все заявки. И когда ее принимали, нам присылали на электронную почту логин и пароль от нашего личного кабинета. И в день Олимпиады мы должны были зайти, зарегистрироваться и за определенный период времени пройти эти все задания. Выполнить эти все задания. Скажите, у вас была большая конкуренция? Да, потому что по истечению конкурса и когда объявили результаты, там было около 500 человек. Конкуренция достаточно большая. То есть из 500 человек вы вышли победительницей. Как вы считаете, что в первую очередь помогло вам победить? Возможно, то, что турецкий язык является моим родным языком, и в большей степени я уже понимала смысл заданий, и мне не нужно было их там дословно переводить, достаточно было просто посмотреть и понять. То есть раскроем тайну вашего интересного имени, вашей интересной фамилии. Все-таки вы наполовину турчанка. Да. Не кажется ли вам, что здесь было, предполагалось же, что Олимпиада это для студентов-иностранцев? То есть не было ли здесь какого-то ухищрения? Нет, там мы в заявке указывали уровень своего знания языка, сколько лет мы им владеем, и там по этим критериям подбирали вам задание. То есть соответственно, уровень всех студентов был одинаковый, по сути? Да. А вы указали, что вы свободно владеете турецким языком, правильно? Да. Скажите, насколько сложные задания были? Вот вам как для носительницы языка буквально. Ну, потому что, например, я владею в обиходе, просто в бытовом общении. А там более литературный язык был. Еще был старотурецкий. Были тексты из древних писем. Нужно было подобрать их перевод. Поэтому достаточно было сложно для владельца языка. А какой язык для вас, на каком языке вам проще общаться? На турецком или на русском? Я даже никогда не задумывалась об этом. То есть абсолютно два родных языка? Да. Вы настоящий билингв. Это есть такое научное понятие даже. Изучают даже довольно серьезно. Скажите, вы планируете еще дальше участвовать в подобных мероприятиях? Думаю, да, потому что это большой опыт. И параллельно ты саморазвиваешься, улучшаешь свои знания языка и самоутверждаешься, что ты молодец, не зря учишься. Появляется больше уверенности в себе, да? Есть с чему стремиться, побеждать. Скажите, среди крымских студентов вы одна участвовали в этом состязании или были еще другие? Нет, участвовали еще две мои подруги. Именно в номинации «Турецкий язык». Да, еще две мои подруги-одногруппницы. Асана Феридена заняла второе место, и Куртемирова Айдан, она была третьей. Вот. То есть Крым вообще прямо весь пьедестал занял? Да. Это, я считаю, стоит того, чтобы гордиться, потому что рядом с нами живут вот такие люди, которые побеждают в таких серьезных олимпиадах. Скажите, это единственный, кстати, иностранный язык, который вот вы знаете? Ну, для вас он не иностранный, но тем не менее. Нет, я изучаю еще английский. И планирую начать учить арабский или китайский, но я еще не определилась. А от чего это будет зависеть? Например, у нас в университете на третьем курсе можно выбрать второй язык восточный, и там предлагают арабский, а китайский уже, наверное, для себя, если хватит сил и терпения. Это потрясающе. Китайский язык, для себя. Это же сейчас популярно. И перспективно. Вы считаете, это вам в последующей вашей профессиональной жизни поможет? Вообще, кем вы собираетесь быть после окончания университета? Было бы хорошо работать где-то переводчиком в какой-нибудь компании, помогать. А так, я не знаю, может, учительницей в школе. То есть это как вариант минимум и вариант максимум. Это как пойдет. Скажите, пожалуйста, на каком языке вы думаете?
это смешано, потому что, например, есть такие слова в турецком языке, которые очень ярко описывают события или эмоции, но в русском такого нет, либо наоборот. Поэтому иногда я запинаюсь, долго думаю, вот, поэтому это смешано. Я не... А дома, допустим, вот с родными вы говорите на суржике турецкого и русского? Нет, с мамой я разговариваю чисто на русском, а с отцом чисто на турецком. То есть вот. Не смешиваете эти да. явления. Сложно переходить это с одного языка на другой? В детстве было очень сложно, потому что когда маленький, еще не совсем понимал, а сейчас это достаточно нормально, обычно и с легкостью можно перейти. Что ж, спасибо, Нилюфер. Желаем вам дальнейших успехов в вашей научной деятельности, профессиональной. И будем надеяться, что у вас... Мы еще не в последний раз пригласим вас по такому поводу, что вот вы победили в каком-либо международном состязании. Спасибо. Спасибо.